Всем привет, с вами Ольга Крупенкова. Ты смотришь программу «Ваше шоу ТОП-5 белорусских клипов» на канале «Поговорим Плюс ТВ». Друзья, у вас есть отличная возможность принять участие в нашей программе. Предлагайте свои новости. Неважно, в каком городе Беларуси вы живете. Если вы блогер, присылайте свои репортажи с концертов и фестивалей. Если вы организатор мероприятий, предлагайте информацию в программу «Ваше шоу». Если вы артист, делитесь информацией о ваших премьерах. Мы всегда рады сотрудничеству. С удовольствием запишем интервью или ваше выступление на концертных площадках. Сделаем вместе программу «Ваше шоу» еще лучше.
Это были Man the Glory, метал-хардкор группа из Гродно. Команда была основана в конце 2008 года. После нескольких перемен в составе группа обрела нынешний облик. В своей музыке парни сочетают энергичные брейкдауны с жесткими гитарными рифами, разбавляя их мелодичным вокалом с англоязычной лирикой и органичным электронным сопровождением. Парни порадовали нас своей премьерой клипа на трек Away. Клип, кстати, был снят на iPhone 7. Ну и коль уж мы коснулись темы тяжелого стиля, предлагаем вам сюжет о том, что нравится россиянам из белорусской музыки. Александр Дегтярев – 10 лучших рок-групп Беларуси, по его мнению и мнению его подписчиков. Кстати сказать, мы с ним далеко не солидарны в этом, но, как говорится, сколько людей, столько и мнений. Мне всегда очень нравилась Беларусь. То, что я о ней знал, это хорошие дороги, аккуратные чистые города и простой приветливый народ. В Беларуси очень много интересных рок-групп, о которых я сегодня вам и расскажу. Всем привет, с вами Александр Дегтярев, а это топ-10 лучших белорусских рок-групп. И заранее извиняюсь, если произнесу какие-то названия неправильно, все-таки я из России. На 10 месте молодые ребята N. Ergensi. Группа образована в сентябре 2015 года, и на данный момент они имеют сингл и два полноформатных альбома, последний из которых вышел в феврале этого года. Жанр команды приближен к симфоник дедкор. Ребята молодые, агрессивные и техничные. Все как я люблю. На 9 месте группа «Эвтаназия». Эти белорусские ребята из города Речица первым делом привлекли меня внешним видом. Это настоящие воины из Безумного Макса и Пустоши Фоллаута. Ну и музыку они играют превосходную, на стыке трэша и дэт-металла. У группы внушительная дискография, начинающаяся с далекого 94 года. На 8 месте моего личного топа группа Низкис. Надеюсь, что название правильно произнес. Низкис – это белорусская рок-группа, исполняющая песни на русском и белорусском языках, создана в 2008 году в Могилеве. Примечательно, что это первая белорусская группа, издавшая альбом в цифровом формате. Мне они понравились приятной музыкой и классным чистым вокалом. Чувствуется в них что-то близкое и родное. 7 место – Forward Ways. Группа образована в 2006 году и базируется в городе Витебск. И играют ребята фэнтези-фолк, мелодик-дэт-метал и являются глубокими почитателями творчества Толкиена. Выступают в кольчугах, используют фолк-инструменты и поют о сказочных мирах и драконах. Отличная команда! А на 6 месте группа «Знич». Это превосходные представители белорусского фолка и пэган-метала. Команда основана в Минске в далеком 96-м году. Тексты песен о язычестве, силе духа и народном единстве. Поют мужики на родном языке, используя в музыке старинные народные инструменты. А в середине моего топа расположилась группа God's Tower. God's Tower – это англоязычная белорусская метал-группа, играющая в стиле фолк-дум-метал. Это одна из самых известных групп Беларуси и обладает очень богатой историей. God's Tower образовались аж в 89 году, и по словам самих участников группы, они исполняют славянский языческий дум-хэви-метал. На 4 месте расположилась группа, о которой вы писали чаще всего, и я понимаю почему.
Группа «Дрыгва» образована в городе Могилев в 2007 году. Играют ребята Pagan Folk Metal. Да как играют! Диву даешься, вы только послушайте. К сожалению, дискография группы не так богата, как хотелось бы, но тем не менее группа приобрела культовый статус в узких кругах. Тройку лучших команд, на мой взгляд, открывает группа ТТ-34. Этих гомельских рокеров я знаю дольше всех остальных белорусских групп. За исключением, конечно же, той группы, которая у меня на первом месте в топе. ТТ-34 – настоящие экспериментаторы. В их музыке можно услышать множество разных стилей, которые грамотно завязаны в крепкий узел. Многие из вас могут знать этих металлистов по саундтреку к «Ночному дозору». И совместной песней с рэпером Серегой. Что козел получил зарплату, портали немало здоровых детей, но этот был велик, там уже нет. К сожалению, на какое-то время группа пропала с радаров, а вернулась озлобленной и совершенно другой. Но ТТ-34 по-прежнему играют отличную музыку, крайне рекомендую к ознакомлению. На втором месте мои любимые белорусские нью-металлисты 5DS. Зачем тебе все это? 5DS ближе всего мне по духу, я обожаю их альбомы и был на многих их концертах. Группа прошла тяжелейший путь и несколько раз была на грани распада, но нашла в себе силы и лобает жесткий металл до сих пор. Конечно, ребята уже давно живут в России, но корни их из белорусского города Витебск. Каждый из альбомов – это настоящее откровение и килотонны энергии. А прежде чем перейти к первому месту, назову команды, которые не попали в мой основной топ, но заслуживают вашего внимания. А золото в моем топе получает легенда белорусской музыки. Конечно же, это легендарный Ляпис Трубецкой, позже Брутто. Вот что мне рассказать вам о творчестве Сергея Владимировича. Михалок настолько культовый персонаж, что мне будет просто стыдно пересказывать вам известные факты. Лучше посмотрите документальный фильм, посвященный истории этого коллектива. А история, к слову, заслуживает настоящего триллера. Ляпис Трубецкой и позже Брутто – легендарные команды, которые держат сильный духом человек, который может стать примером для многих мальчишек и мужей. Ну а с вами был Александр Дегтярев. 30 июня на территории Музея народной архитектуры и быта под Минском прошел новый рок-фестиваль «Наш день», лайнап которого состоял из лучших имен современной белорусской рок-музыки. В фестивале приняли участие следующие артисты. Вольский, Акуте, Дай дорогу, Нискис, Крама, Мутное Вока, Петр Клюев и другие. Не закинула, меня же духа, даю 400%, это замануха. Меня держит. Тебя поехал в зашла жизнь.
Гурт Вальски! Классное свято отрывалось. В наступном годе будет еще репей, спадимся. Привет всем, кто дрозды прямо сейчас будет играть на улице. Просто для всех желающих. И что так грандиозно и случится любим, и вы тоже на нас подписываетесь, комментируете, да, спрашиваете что-нибудь. Нам всегда интересно отвечать на вопросы. Не-не-не, это тихо, ребята, мы жизнь Минска, ну! Каждую субботу в Верхнем городе проходит пешеходка, уже полюбившийся многим фестиваль уличной музыки. Примерно с обеденного времени и до самого вечера музыканты играют сразу в нескольких локациях, среди которых джем-дворик, арт-терраса, каретный дворик и музыкальный переулок. На самом деле музыканты играют не только в Верхнем городе. У проекта «Пешеходка» есть даже своя музыкальная карта. Августа в Лошадском парке пройдет бесплатный фестиваль «А-фест», который называют главным бесплатным опен-эйром лета. На празднике выступят европейские звезды Софи Лис-Бекстер, Ян де Сталь. Белорусским хедлайнером станет группа «Без билета». Организаторы обещают транслировать выступление на большом экране, чтобы всем было хорошо видно. Также планируется установить выездные точки со всевозможным фастфудом. Извечная тема – он уехал на рыбалку, или как там это у них называется. Она – очаровательная, сильная и независимая блондинка, которая не выносит одиночество, темноту и рыбалку. И кот, который просто прекрасен. Чем все закончится, смотрите сами. Талла с премьерой клипа на трек «Независимая». Пятая строчка топ-5.
На четвертой позиции у нас сегодня еще одна премьера, но уже лирик-видео от Анны Зайцевой. Трек под названием «Шаг». Итак, смотрим, оцениваем. Геометрия слов проста, только несколько фраз, и нас сможет соединить сейчас сердце в сердце прямая. Если что-то хотел сказать, то не стоит Open-Air Беларуси вертается. Фестиваль «Литбир» пройдет в городе Лида 8 сентября. «Литбир» — это добрые хедлайнеры, якостная ежа и напои, цікавые активации и шмат иншага. На пляцовце галоконцерта вас будут чакать одни из лепших выканаўцаў сучасности. Чувство полета, Нискис, Animal Jazz, вопли видоплясова и группировка «Ленинград». Неутомимые Нави Бэнд в очередной раз порадовали своих поклонников, сняв клип о дружбе, любви и молодости. Поклонники группы, в свою очередь, активно поддержали Нави Бэнд. Клип «Молодость в кармане» на этой неделе закрепился на третьей строчке топ-5. Ты сегодня почти успел. Разбежался и не взлетел, но завтра будет все. Ты замираешь, чтобы смотреть, кто останется после всех, кто новый герой и снова уснешь. Ты не понимаешь, я не понимаю. Даже всего лишь молодость в кармане, я не стану прятать, ты пообещай мне. Это же всего лишь молодость в кармане, молодость в кармане. Ты сегодня почти успел. Разбежал.
остался и снова нет. Но завтра будет все. Ты замираешь, чтобы смотреть, кто останется после всех, кто новый герой. Ты новый герой. Готовим настоящий хит. Зерна таланта. Ударный вкус. И мощная волна свежести. Тогда все заиграет. ДДТ, Звери, Сплин, Noize MC, Луна, ЛСП, Ляпис 98, Дай дорогу, Джей Морс, 4 августа, Аэродром Боровая. Только хиты. Рок за бобров. В твоем вкусе. Друзья, а на второй строчке на этой неделе у нас клип «Держась» от участника проекта «Топ-артист Беларуси» Максим Усаева. Вторая позиция. Максим Усаев, «Держась». Держась, ребята, держась за руки. Держась, держась за руки. Держась, держась за руки. Твои шаги ложатся в темноте, выходя из тишины, я иду к тебе. Хочу обнажать твой гардероб, фигуры расставлять в угре наших нот. Не спускай тормоза, только вперед и ни шагу назад. Распускаю свой флаг, не жалей атак. В нем свою линию, развивая прах, от дурмана чердак. Снова виски, а потом коньяк. Мне просто узнать твой аромат. Ведь это ночь, я твой маньяк. Это самый лучший препарат. Держась за руки, я отрываюсь от земли. Мы с тобой свое счастье долго берегли. Не боясь тревог, начинаем все с нуля. Чтобы чувство, чувство наше смысл, смысл обрела. Держась за руки, я отрываюсь от земли. Мы с тобой свое счастье долго берегли. Не боясь тревог, начинаем все с нуля. Чтобы чувство, чувство наше смысл, смысл обрела. Ты не забывай, приснится мне во сне. Я открою настежь сердце, будто бы весне. Пейзаж зеленых чувств рождает эйфорию. Касаясь твоих уст, коктейль под вино. Хочешь тебя я увезу,
фотографий исключу. Только с тобой я хочу. Выключая свет, закрывая двери, звезды наблюдают, как окна запотели. Держась за руки, не отрываясь от земли, мы с тобой свое счастье долго берегли. Не боясь тревог, начинаем все с нуля. Чтобы чувство, чувство наше смысл, смысл обрела. Держась за руки, не отрываясь от земли, мы с тобой свое счастье долго берегли. Не боясь тревог, начинаем все с нуля. Чтобы чувство, чувство наше смысл, смысл обрела. Держась за руки, не отрываясь от земли, мы с тобой свое счастье долго берегли. Не боясь тревог, начинаем все с нуля. Чтобы чувство, чувство наше смысл, смысл обрела. Держась за руки, не отрываясь от земли, мы с тобой свое счастье долго берегли. Не боясь тревог, начинаем все с нуля. Чтобы чувство, чувство наше смысл, смысл обрела. Держась за руки, не отрываясь от земли, мы с тобой свое счастье долго берегли. Не боясь тревог, начинаем все с нуля. Чтобы чувство, чувство наше смысл, смысл обрела. Держась за руки, не отрываясь от земли, мы с тобой свое счастье долго берегли. Не боясь тревог, начинаем все с нуля. Чтобы чувство, чувство наше смысл, смысл обрела. Буквально на прошлой неделе в сети появился клип «Хвали» группы «Нямига». И вот он уже лидер этой недели. «Хвали» — первая строчка ТОП-5. Кафе так само.
группа «Неомиха». А на сегодня у нас все. С вами была Ольга Крупенкова, программа «Ваше шоу» ТОП-5 белорусских клипов. Всем пока и до встречи в следующую пятницу на канале «Поговорим Плюс ТВ». Ведь у нас еще много интересного впереди. Программу подготовили Ольга Крупенкова и Владимир Мухоркин. Партнеры программы – Паблик Минск, Музыка Новости, а также музыкальный онлайн-гипермаркет musicmarket.by.